Всем привет, ребята, с вами Спони, и мы играем красным шариком и строим всякие крутые постройки в игре Bad Beggars. Так, в прошлой серии мы столкнулись с проблемой. У нас какие-то странные колеса. Странные колеса, и, наверное, придется нам удлинять конструкцию и делать ее, ну, вот такой, что ли. Так, хорошо. Маленькие колеса здесь вообще неуместны, поэтому мы их увеличим. Поехали. Так, ну в теории мы вообще не должны тут как-то останавливаться, потому что на какую бы мы поверхность ни упали, мы будем ехать. Хоть так, но будем ехать вперед, да? Такой вот четырехколесный цикл у нас получился. Ну выглядит этот мотоцикл неплохо. Работает тоже. Да едет быстро. Опа, смотри. Слушай, ну ты можешь поставить лайк, пока мы только начали, пока только разогрелись. Это очень поможет, и если ты поставишь его, то будет выходить чем больше роликов. Так, поехали. И, конечно же, подписывайся. Опа! И раз. У-ху. Так, так. Хорошо. Но мы на ходу. Конечно, мы опаздываем. Да, мы не успели. Мы не успели. Сколько нам не хватило. Странно. Но не хватило нам не так уж и много. 8 секунд опоздания. Окей. Погнали переделывать нашу тачку. Наша тачка теперь будет состоять из 4 блоков. Из 4 колес. 2 двигателей. Шара. И сюда бы какой-то противовес, да? Или ладно, не будем ничего устанавливать. Все, погнали. Погнали. Так, только тут бы нам успеть еще. Мы на этой штуке доедем, это 100%. Нет, все-таки она тут не совсем подходит, потому что она очень медленная. Поэтому придется делать кое-что другое. Что-то, например, вот это. Погнали. Давай, лети! Ну, разгон хороший. Разгон очень даже ничего. Да, вот это я мог подозревать, это я мог подозревать. Окей, ну что ж тогда сделать? Такую, что ли, штуку? Вау! Не, не годится, нужна конструкция получше, чтобы придумать. Тут просто очень мало еще деталей. Это мне что-то не нравится. Текс. Ну а если вот такую штуку? Угу. Начинает отрывать. Интересно, это работает? Так. А теперь?
Ну тут можно сказать, что справляемся, да, но сейчас мы просто где-то перевернемся и на этом все закончится путешествие. Хотя можно так попытаться доехать. Эйк. Давай. Давай, еще время есть, вдруг получится. Хорошо. Оп. Так, не переворачиваемся. Давай. Есть, мы справились. Ух, это было сложно, но у нас получилось. Так, а что там дальше? Только не подземелье. Отлично. Тоже длинная карта. И погнали ее проходить. Что тут у нас? Вот, есть липучки. Отлично. Угу. Так, но ехать мы будем направо, поэтому давайте уже ставить нашу тачку. Очень простая, но рабочая. Оп, туру-ту-туру-ту-туру-т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 у. Оп, и встали на место. Даже переигрывать не пришлось. Эй, а чё не так тут? Эй, сюда можно пролезть вообще? Застряли, застряли. А как же там идет карта? Допустим. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Здесь нужно притормозить, вернуться назад и поехать, да? Все понятненько. Так. Погнали попробуем. Че, неужели мы тут пролазим? Ну да. Оп! Смотри, как получается! Вот это смешной уровень! Да, на такой вот штуке мы его и прошли. Что, надеюсь, тебе понравилось, поэтому поставь лайк и подпишись. Пока-пока.